В этом году принять участие в турнире решили порядка 250 спортсменов из Туапсе, Краснодара, Кропоткина, Сухума и Сочи. Краевые состязания пройдут до 29 ноября. Сегодня в первый соревновательный день состоялись заплывы на 200 метров брасом, баттерфляем, на спине, вольным стилем и комплексное плавание. Кстати, в далеком 56-м году сочинец, памяти которого и проходит этот турнир, стал бронзовым призером Олимпиады. Харис Юничев показал на этой дистанции результат 2 минуты и 34 секунды. Сегодня спортсмен пошли дальше. Этот рекорд был неоднократно установлен участниками соревнований и спортсменами нашей спортшколы, которые также будут принимать участие в сегодняшних заплывах. В выходные спортсмены поборются за лучшие результаты в 100-метровке на дистанции 50 метров. Победители, которые определяются сразу после каждого вида заплыва, получат медали и кубки.